Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу, и мы начинаем проходить вторую кампанию Resident Evil 6. Да, в этот раз за Криса, давайте начинать. Ну, проходим опять же на профессионал, профессионал. Режим экрана одиночный, хорошо. Выбираем, конечно же, Криса. Я, наверное, сегодня вырублю онлайн. Я там ставил охоту до этого, но что-то в этот раз, наверное, не буду ставить, не хочу. Тем более, никто не вторгается, один какой смысл. Начинаем игру. Тем более, еще говорят, что компания Криса посложнее будет. Another round. Hard to find a good steak around here. Not like back home. Fill her up. You've had enough. Listen, sweetheart. You're here to pour drinks and look pretty. So how about you shut your mouth? I bet you get the hell out of my bar. Nowhere to go. Hey, dama vas je zamolila da odete. I said she asked you to leave. Never thought I'd find Chris Redfield wasting away in a shithole like this. Who the hell are you? Piers. Piers Nivens? Never heard of you. How about this? You heard of this? What is that? You really don't remember anything, do you? Bioterrorism. You can't hide from your past, Chris. No matter where you go or what you do. Who are you? What is this? Okay. You don't remember me? Well, how about them? Look. I said look! Those were your men. Men who died under your command. You owe it to them to remember, Chris. If you walk away now, then this was all for nothing! Enough! Damn it. 6 months of searching for you. And this is what I find. Yes, I hate. Yeah. It's where you belong. Everyone's waiting. Everyone. We're taking you back, Captain. One way or another. Потеря Вескера, видимо, очень тяжело на нем сказалась, и он запил. I can't keep running away. I have to face the truth. Accept responsibility. That's the only way I'll ever remember. The only way I'll get my life back. Слово это тоже была отсылка к прошлым резикам. No change to your mission. Suppress the bioterror outbreak while proceeding to point Ace of Spades. Roger that. Prepare your drop on the 8 o'clock. We'll make our way to the Ace of Spades and find those UN workers. Ну, поехали. Сейчас будет весело, буду, наверное, матом орать. Я реально не очень люблю эту компанию, прям совсем, если первая еще ничего такая.
то вторая мне прям жутко не нравилась в свое время, и думаю, что вряд ли она понравится мне сейчас, так как здесь слишком много экшена и слишком мало патронов для этого экшена. В общем, посмотрим. Хотя, может, в этот раз мне повезет больше, да я не так сильно гореть буду. Ну да ладно. Отправляемся. Что-то мы сразу начинаем с Китая, так и должно быть. Вроде с другого места должны были начинать. Все, спускаемся, пока тишина. Вон вижу ящики, давайте заберем, ну, разобьем и разоберем то, что внутри. Хорошо, что еще у нас тут есть? Да ты погоди. Я хочу осмотреться. Не хочу ничего упускать. Ну, вроде все нормас. Стоп. Да, все нормас. The BSAA has arrived on the scene. Excuse me, can I get a comment, please? Excuse me. Is this outbreak related to the situation back in the States? Is the BSAA... Так, что мы делать сейчас будем? Давай, наверное, в эту сторону двигаемся. Видите, здесь разные интерфейсы. В этом плане, конечно, забавно, да. Очень хорошо, что они, типа, запарились и для каждого персонажа сделали уникальный интерфейс. Но от этого интерфейс, к сожалению, лучше не стал. Потому что дизайнер вообще криворукий и не понимает, что нужно делать. Опа, понятно, тут все плохо. Тут там шарашит так не по-детски. Что делать-то будем? Вот сюда зайдем. Надо было еще ему в ногу стрельнуть, чтобы он потом рассказывал, как он был путешественником, но потом... А, так, давай. Пойдем. У нас уже 11 есть тик-таков. Вот здесь я вижу, да, можно же как-то это... Вот так вот, бац, погоди-ка, стоп. Ножик нужно выбирать. Вот, ну вот, ну что? Зачем здесь нужен нож, я не понимаю. Вот это еще можно вот так вот, да, зафигачить. Там есть гранатка, пригодится. Ух ты, ёб твою за ногу. Надо было его за ногу ловить, что ли, Крис? Ну ты же спасатель, все дела. Врагов пока не видно. А, не, вон был один. Ну там не так просто, насколько я знаю, потому что враги уже начнут стрелять. Верно? Вот, я только начал и ничего не смог сделать, а меня уже ранили. Это максимально тупая херня. Давай, мочи его, ну. Разгоняюсь и... Просто отлетел и бошку ему сейчас вот так вот. Это не... Как это работает? Он живой еще? Нет, все, кажется, он умер. Ну да, эти твари живучие достаточно. Как мне и писали, ну ладно, но я думаю, прорвемся, так или иначе. Сюда мы, я так понимаю, залезть не сможем уже, да? Но в окна все равно поглядываем, возможно, там будут эти вот синие эмблемы, да? Там уже с той стороны меня поджидают враги. А можно чуть камеру опустить, потому что там впереди враги, и мне хотелось бы увидеть их. На падающий вертолет я посмотрел уже в компании Леона. Пошли. Вот что-то есть. Еще граната. Патроны на пистолет. Погнали. С этой стороны что-нибудь есть? Нет, ничего. Can the chatter. You ready?
Зачем здесь такой закуток, непонятно. Могли бы что-нибудь оставить так уж для особо любопытных. Вот не люблю, когда есть такие вот пустые места, в которых нет нифига. Зачем вы делаете это ответвление, если там ничего нет? О, пошли враги наконец-таки. Ну давайте, что там, кто первый? Ну они, суки, живучие, понимаешь? Еще у них эти вот маски дебильные. Ух ты, нихера, что творит? Вот это я понимаю. Увернулся вовремя, случайно нажал на самом деле. Это типа был не скилл. Не, ну, на самом деле это был скилл, да, я не случайно нажал. Я просто предчувствовал, скажем так, да, потом нажал на кнопку и угадал. О, хорошо-то как было, а. Но за Криса, когда играешь, нужно именно чаще использовать добивание. Все чисто, и вот немножко есть здесь, я так понимаю, припасов. Не, что-то патроны дают, слушайте. Может, что-то они исправили все же, а? Что там, кого убить? О, хорошо, вот мне нравятся эти добивания. Что-то сразу вспомнил The Last of Us. Там тоже Джоэл так хватал, и об стену бах, и башка разлеталась. Минус башка. И ты еще жив, хочешь сказать? Нет, он умер. Что-то они как-то слишком быстро умирают. Подходим и... Полетел! Слушай, мне прям нравятся эти добивания. Что-то как-то прям хорошо пошло. Но пока у меня не бомбит, это удивительно. И полетел. То есть в голову и просто добиваешь. Это вот самая лучшая тактика, по всей видимости. И патронов дохера. И враги, в принципе, довольно быстро отлетают. Давай, наверное, тогда я буду использовать пистолет пока что, да? Оставим патроны на винтовку. На попозже, я думаю, пригодится. Лишним точно не будет. Не, ну красавчик. А, там еще кто-то вылез, да? Ни хрена себе. Ладно, отойдем немножечко. Ни хера, что творит. Давай, и добивалочку. А, все, там получается, он без меня, да? Справился. А можно ему врезать? Во, отлетел, и теперь давай добиваем. И, сука, ты живой еще? Вот теперь он сдох, да, но эти уже такие более живучие твари попались. А ну-ка, иди сюда, нужно поговорить по-мужски. Вот и поговорили. Давай подлечимся, наверное, тик-так, ожахнем, да? Приведем себя в порядок. Я просто осматриваюсь, может быть, есть что-нибудь здесь хорошее, но по всей видимости нет ни патронов, ни ящиков, ничего. Идем. Я так понимаю, сейчас попрут вот такие вот, да?
длиннорукие, скажем так. В НИУ я таких называл дрочилы. Не спрашивайте, почему. Там просто были похожие враги. Быстро отходим. Возьму сейчас, что здесь лежит, и пойдем дальше. Так, граната у нас есть, светошумовая. И вот там сейчас вот так вот выйдем, поменяем вид, чтобы нам проще было целиться. Сука. Так, стоять. Поменяем. Все, отлетел. Стой. Все, он добил за меня. Молодец. Красавчик. Ничего не упускаю. Не, припасов вроде нет здесь. Берем пистолет, перезаряжаемся и, в принципе, двигаемся дальше. Нет, что-то есть. Ну, опять же, очки, да. Они же нам так нужны. Давай сюда. Оп, что-то там я вижу, да. Что-то знакомое виднеется там в уголку. Вообще, вроде говорили, в каждой главе по 4 вот таких вот эмблемы. Хватит там выделываться. Тут уже пожар. Да блин. Теперь вот здесь еще один. Что-то я в упор мажу, но в упор на самом деле попасть сложнее, к слову. Чем когда враг находится на расстоянии от тебя. Это тень была. Тенью, собственно, испугался нормально. Что там такое? О, у него уже две руки, ни хрена себе. Так, ребятки, давайте там удачи вам желаю. Сейчас, погоди, вот так еще сделаем. Оно сдохло там, я не пойму, или нет? Да, все, кажется, мертво. В особо сложных ситуациях, если что, будем использовать гранатку. Очень эффективное средство, как показывает практика. А, там еще что-то живое? Ни хрена, ты что творишь, алё? Да ёп! Ну как же ты там встал, блин, сука! Теперь поднимай меня, чё смотришь? О, спасибо тебе большое, просто, ну ты прям меня спас. Все, тик-така жахнули. Давай, забиваем его вдвоем, суку эту. Вот было хорошо, просто забили его кулаками. Все, здесь что у нас имеется? Патроны на пистолет, лучше я его и возьму. Здоровья, конечно, маловато, давай еще тик-така жахнем. Хоть так себя получше буду чувствовать. Все, выходим. Ну чё, потеребонькали? Это все мы собираем, пригодится. Там у нас еще есть 6 тик-таков, если что. Я так понимаю, что он заражен, да? Пока-пока, дружище. Нехер было охранять лестницу. И чё это такое? Ты себя хорошо чувствуешь? А чё они тупят стоят? У них там искусственный интеллект сломался. HQ to Alpha Team. That tenement building up ahead is the Ace of Spades. The UN staff that have been taken hostage are inside. Proceed with extraction. Да базара ноль, сейчас все сделаем. А, там еще стреляют по нам. Хорошо, сейчас все сделаем. А теперь пошел обратно. Пока-пока. Ой, это было плохо. Меня сбили с ног. Быстрее. Тик-так. Перепрыгиваем. А можно перепрыгнуть, да? Ох, вам очень не повезло. Вы же понимаете это, ребята, да?
Молодцы, кто там стреляет. Метки. И со всей дури. Полетел нахер. Слушай, ну это круто, что-то мне реально вкатывает эта компания больше, чем компания Лёни. Не знаю почему, нифига себе. Вот как с годами меняется восприятие, да, всяких вещей. Things aren't going too well over at the Three of Diamonds. They need you down there. Roger that. Не, ну с другой стороны, конечно, сейчас немножко неправильно, типа, оценивать игру вот именно, как сказать. Сейчас вам объясню, что я хочу до вас донести. Дело все в том, что тогда вот таких вот игр было до хера. И понятное дело, что, ну, как бы, скажем, Resident, он не особо-то впечатлял. Да, скажем так, особенно после Resident Evil 5, там, после вот этого всего, люди уже просто уже надоело им в это играть, и просто сейчас такого вообще нет. И вот смотришь на это и думаешь, блин, капец, да, вот как бы... Рынок вот был перенасыщен, и в полной мере ты не мог оценить эту игру, да? Потому что, ну да блин, столько уже таких игр было, что... Просто... Еще одна такая не вызывала никакого восторга. А теперь, когда таких игр нет, эмоции вызывают массу на самом деле. Конечно, далеко не все из них положительные. Но все равно, как бы мне сейчас гораздо приятнее играть вот в этот резик, чем тогда, когда я впервые в него играл. Как-то что-то он так резко уворачивается. Вот хорошо было, да. Что у нас тут? А, он еще жив? Серьезно? После такого удара? Вот теперь все. Теперь нам, по идее, в эту сторону, правильно, да? I guess the muscle memory saved me there. Ну, видимо, да. Hey, Pierce, I'm taking a little fire here. I saved your ass. You want to return the favor? Так, а у меня так... А если бы у меня не было здесь здоровья, да как я должен был это проходить? Быстрее, Крис, давай. Давай по особой технике нажимаем на кнопку. Я же не могу, или я могу стрелять? Я могу стрелять, да? Не, не могу. Я не могу стрелять, по всей видимости. Нужно просто быстро ползти. Ой, ну, Крисыч, Крисыч, давай. Спасибо большое, ну, наконец-таки, дождался помощи, блин. Стоп. Блин, быстро полез, а там внизу остались патроны, даже обидно немножко. Ну, там уже враги с той стороны, но ничего страшного, сейчас мы им задницу-то надерем. А то они там, смотрю, расслабились совсем. Так, уродцы, подходим по очереди. У них херась там было весело. Ну все, да. Ему там точно, ну, он точно не мог выжить. Молодец. Минус башка. Ой, ёп, нихера кого здесь ко мне занесло-то, а? Чё так долго взрывается-то, китить, колотить, а? И он еще жив, конечно же. Все, кажется, теперь оно сдохло. Благо, патронов очень много у меня было. Возьму на пистолет сейчас. Теперь здесь лезем наверх. И там, видимо, как-то можно сюда перелезть. Да, все верно. Это забираем. HQ to Bravo. Alpha needs to move out to Ace of Spades. Can you relieve them? Roger. Coming in from the Four of Hearts. En route to assist. Там какие-то такие страшные звуки. А, понятно, там какая-то херня. Ёб твою за ногу. Нет, нет, нет. Спасибо большое, но мне неинтересно ваше предложение. Так, подожди-ка, давай быстрее сюда. Хорошо уже было, да? Минус один. Теперь. Отлетел. И третьего. Красиво, ну получай. Добиваем. Не потратив ни единого патрона.
Теперь что мы делаем? Кто там по мне шарашит, я одного понять не могу. Точно же не они, не? Так, я понял, ладно. Хотите по-плохому? Давайте по-плохому. А, да, они реально стреляют по мне. Ёб твою за ногу. Чё тут творится? Каких здесь тварей только нет. О, здрасте, здрасте. Вот это было хорошо. Давайте передобиваем. Просто шикарно, просто шикарно. Да не, в принципе, они отлетают тоже довольно быстро. Там писали, что у Лёни прям совсем просто, но здесь тоже как бы не особо особых сложностей я не испытываю при прохождении. Не, реально нужно было, наверное, кошмар ставить все-таки, когда я начинал. Ну ладно, уже начал полностью на профессионале проходить, значит так и пускай будет. А на кошмаре пройдем на стриме как-нибудь, там лет через 50, да? Сейчас только один момент, я все осмотрю, возможно, он же там что-нибудь упустил, правильно? И я более чем уверен в этом. Да, вот здесь что-то есть уже. Ну, опять же, очки, конечно же. Они нам очень нужны. Граната. Это... Ну, там граната все-таки полезная. Светошумовая прям очень хорошая. Гранатка. И вон наверху еще. Видите, сколько ящиков осталось? И, конечно же, он ни хрена не подобрал. Ну, просто в этой части, видишь, как они сделали. Что у напарника под управлением ИИ очень, ну, типа, бесконечный боезапас. Ему патроны не нужны. Ну, и обилки ему тоже не нужны, поэтому он ничего вообще не собирает. Функция подбора была отключена в этой части у напарников. В прошлое, там же, помните, да, мы делили, по сути, патроны между друг другом. Ну, и плюс у напарника еще и было здоровье. В этой части систему упростили, но, скажем так, может быть, оно и к лучшему. Ну, особенно учитывая, что игра, скажем так, такая стала более экшеновая, да? А, он здесь уже? Там еще идут? О, я понял, да? Нужна граната светошумовая. Да что ж так, там еще и с той стороны, отовсюду просто по мне херачат. И полетел. Как же мне это нравится, черт. Целый день бы этим занимался. Где эта тварь? Вот, вижу, бежит. Теперь я беру автомат и пошли. О, ну, он сам добил, молодец. Хороший напарник. Только косточку тебе не дам. Теперь. Тут бочка, я так думаю, что она неспроста здесь находится. Или все-таки нет. Странно. Забыл опять же ящик облутать. Ну, сейчас мы, в принципе, все это сделаем, да? Наверное, сзади кто-то появится, и нужно будет использовать бочку, чтобы уничтожить того, кто там появится. Krista HQ, we're at the Ace of Spades. Copy that. Скорее всего, сейчас я погибну. Dispatched to assist with search and rescue. Stand by for instructions. Да, я понял. Good. I needed a break. Ага, передохну. Сейчас ты так передохнешь, чую я. Damn it. We've been spotted. They're right on top of us. Откуда они будут сейчас херачить? А, понятно. Тихо. Alpha team surrounded by hostiles. Get to the Ace of Spades on the double. Бежим. Вот просто двойной урон. Неплохо пока идет. О, понятно, это еще теперь сейчас будет на жопе своей летать. Готов? И он жив, серьезно?
Черт! Помогайте мне срочно! Дружище, давай, спасибо тебе большое, ты мне прям очень помог. Враги продолжают наступать, да и, сука, у них, видишь, огнестрельное оружие. Это прям совсем печально. Опа, а как ты там оттуда вылез? Там же тебя не было, блин, скотина. Ладно, сейчас один хрен, у меня здоровье восстановится. И будем проходить. Ну все, давайте, я понял, я заметил, да, что нас заметили. Сейчас они полезут, мы сейчас первых вот так вот херанем. Все, первая партия уничтожена. Полетел. Закончить начатое. Дали трофей. Пока вроде неплохо идет. Полетел. Ух ты, ёб. Тут у нас ниндзя-самурай. Нахер пошел. Все, вроде там всех. А вон с той стороны вижу. Там тоже вроде все. Выжить там вряд ли кто-то мог. А вот здесь что-то есть у нас, да, я смотрю, особо одаренный. Где он там? А, понятно, да. Они там продолжают наступать. Здесь готов. Давай, наверное, присядем. Ох, чудо, я сказал присядем, ёб твою мать. Да ёб, чё ты творишь? Что ты делаешь, Крис? Перестань. Блин, мне очень нужна аптечка, потому что мы прям в полной жопе чё-то. Прибываем прямо сейчас. Чё ты там на жопе ползаешь? Не, реально, где наша поддержка? Чё за херня? Подъем! Во, кажись, все, ура, ура, ура. Тихо, бежим. Понял. Вопрос сейчас решим максимально деликатно. Пошел нахер. И ты получай по мордасам. И по груди. Это мы на всякий случай сделали ему искусственное дыхание. Так, вроде все. Там еще идут. Да вы что, прикалываетесь? Так, там двуруки идет. Быстро подходим. Давай. Я понял. Беру свои слова обратно. Вроде готов. Быстро здесь забираем патроны. Здесь что-то... А, здесь ничего нет. Я даже немножко расстроился, если честно. Что-то он какой-то особо дерзкий, я смотрю, да? А, все, он готов. Так, ну вроде все. Здесь ничего не осталось. Пошли. Ну, это было не очень сложно, но немножко так напряженненько, должен признаться. Все, пойдем. HQ to Alpha. We have your mission brief. Rescue the hostages on the first and seventh floors, then get out of the building. As soon as all teams are clear, we will commence bombing. Ну, что-то сейчас здесь будет, насколько я помню, веселенькое. А чего там мимо пробегаете? Я одного понять не могу. Ёб твою за ногу, серьезно? Хана мне, да? Спасибо тебе большое. Но ты бы еще не мог бы мне там аптечку дать, я не знаю. Что-то я как слабенько.
Батюшки, ёб, там что-то жесть, да, походу? Сейчас тихонечко прячься. Стоять. Вот нихера не видать. Вот как они это делали вообще? Вот объясните мне, пожалуйста. Тупо же максимально. Давай быстренько в эту сторону. Может, где-нибудь аптечка все же найдется. Было бы неплохо. А то что-то как-то не нравится мне стадия умирающего лебедя. Ёб, нихера что творится? Это что за говнище было? Паучок. Ладно, еще раз давайте смотреть. Жесть какая-то. Да, мы знаем, спасибо большое, можно не повторять нашу задачу. Все понятно, просто тяжело выполнимо, скажем так. Ух ты, нихера себе просто, а? Как же круто. Это прямо из пятой части, у нас такая же способность там была, ломать шеи, если подойти сзади. Сейчас давай тут. Пособираем все, что плохо лежит. Патронов, конечно, до хера дают. Я не жалуюсь ни в коем случае. Надеюсь, что меня потом их не заберут. Оба, прям как Solid Snake. Молодец. Да ёптыть. Политюк. Политюк, почему политюк? Я хер знает, но в общем, он сделал политюк, будем считать. О, хорошо пошло. Но здесь какие-то еще паучки должны быть, так что будьте будем аккуратны. Почему я про себя сказал в третьем лице, я не знаю. Просто вот я хожу и лучше шею ломаю. Чего вы мимо бегаете? Убейте их, ёб вашу за ногу. Что за приколы? Бедная задыхается. Ну как же мне нравится эти добивания. Слушай, я прям что-то кайфую. Ха-ха, это так весело. Еще такой звук приятный, знаешь. Ну вроде все здесь, да? Мы все зачистили, никого в живых не осталось. Все собрали. Давай хоть попользуемся немножко автоматом. А то патронов до жопы. Давай сейчас куда-нибудь сюда. Это я забираю. И нам нужно, по идее, же вниз, правильно? Только где у нас низ? Лестница-то где? Есть карта там, не знаю. Так, показывает туда идти. Ладно, впервые воспользуюсь подсказкой. Теперь сюда. И вот сюда, все ясно, да? Туки-туки, суки. Это восьмой этаж. Значит, нам нужно на седьмой, там заложники. Добрый вечер, дамы и господа. Уборку на дом заказывали? И полетел, давай ящики, открывай мне. Красота. Вот он просто сумасшедший. Опа, нихера, что творится. Спасибо, давай. От души, в душу, как говорится. Давай, наверное, сделаем вот так. Потому что аптечки все равно не дают. А так хотя бы у нас будет шанс выжить. HQ to Alpha. The hostages are just up ahead of you. Alpha here. Roger that. We're going for... Ой, это будет сложно, я помню, да. Главное, заложников не убить. Это ж, по идее, наша основная задача.
Вот суки, блин, резкие. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Да что ж ты делаешь, сука? И промазал, понимаешь? Ох ты, ёб. Готов. О, там еще один такой, серьезно? Как-то они быстро отлетают. Ну их там до хрена. Ладно, пойдем. Продолжаем поиски. Так, все, она сдохла. Первого заложника, считай, спасли. Ты жива там, да? Теперь, видимо, нужно на первый спускаться. Ну, серьезно. Давай быстрее. Где-то здесь. Вон она, эта херня ползает. Но здесь по-любому сейчас будут враги. Иначе никак. Давай быстрее спасать. Идем быстро на первый этаж. Этих врагов, наверное, давайте скипать, потому что я не хочу тратить на них патроны. Это не имеет никакого смысла. А, только, подожди, я вернулся сюда. Нам нужно найти лестницу сначала. Она ж, по идее, где-то в той стороне. Сейчас сюда за рулем, я думаю. Да, так же тоже можно обойти. Бежим. Теперь вот сюда. И пошли на первый этаж. Не знаю, можно ли будет войти в двери до первого этажа. Сейчас посмотрим. Да, на шестой можно зайти. А, то есть тут мы не пройдем, тут лестница, видишь, типа, перекрыта. Придется оригинальным методом спускаться, видимо. Что там такое? Ну да, я понял, что, типа, пол здания нет. Можно камеру вернуть на место, пожалуйста. Да ты погоди, да я сейчас обойду, посмотрю все, что есть. Пока-пока, неудачники. Delta 1 to HQ. All hostages on the 15th floor secured. Leaving the building now. Okay, that just leaves us. Классика. Stopped. Now what? Что там было, погоди. I can get through the ceiling if you give me a hand. Ну давай. I'm on it. Ну теперь осталось только ждать. Видимо, все самое веселое будет у него. А, нет, можно залезть тоже. Ну да, конечно, почему нет? Контрольная точка, ладно. О, у нас еще спрей появился, хорошо. И там еще враги, ну почему нет, а? Есть у меня одна идейка. Как тут? А, типа нужно их убить. Ну, в смысле, прежде чем туда лезть, понятно. Ёб твою за ногу, серьезно. Быстрее, Крис, целимся. Ну как так-то, а? Ну я же почти попал в него. Ладно, ничего страшного, сейчас у нас будет больше здоровья. Скажем так, четернем слегка, да, подлечимся нестандартным методом.
теперь здесь. Открываем. Сейчас светошумовую. Да что ж ты делаешь, Анна? Вот что за приколы? Может убить того, который шарашит с ракетницы, а? Давайте сейчас проверим. Я не знаю, смогу ли я до него достать или нет. Но хотелось бы верить, что могу достать до него, да. Вот с той стороны. А вон эта тварь, да, точно. Можно было сразу убить и все. Черт, что я тупил? Вроде ж больше нет. Теперь давай светошумовую. Вроде все. Можно перепрыгнуть. Пошли, пошли, пошли. Так, контрольная точка была уже хорошо, как бы, да? Тут их вообще какое-то невероятное количество. Теперь давай сюда. Ой, я понял, все, вопросов больше не имею. Да что ж такое, их реально там что-то дохерище. Быстрее назад. Все хорошо, прям и стол так разломался, классно было. Ты еще жив, что ли? О, понятно, там еще теперь летающий. А, нет, не летающий, это просто задрот, скажем так, да? Будем называть его так теперь. Бежим, и с разгончика так, давай красиво. И с ноги еще можно. Все хорошо. Там еще я забираю очки, пригодятся, я думаю. Хотя я так особо-то не пользуюсь этими способностями. Да, там есть как бы полезные, безусловно. Что-то как-то мне даже этим заниматься не хочется. Нет никакого смысла, мне кажется, на такой сложности. А на максимальной сложности, как бы, эти способности все равно использовать нельзя. В общем, это очень странное решение было, как мне кажется. Можно было без них и обойтись. Без этих способностей. Угу. Получается, вот там можно вниз спуститься еще на этаж. Там лестницы были. Я так понял, что мы у цели как раз таки. Но сначала мы что сделаем? Патронов до жопы. Я не знаю, что мне писали, что патронов нет. Вот серьезно, я не ставил никаких там перков на то, чтобы мне чаще выпадали патроны на автомат. Ничего подобного не было. Вроде все здесь, ага, понял. Как так? Я же первый ударил, алло. Это что за приколы? Ну я там немножко ранил в голову вообще по идее заложника. Но вроде это было не смертельно, да? Тут ни хрена нет. Ну да, только выходим просто и все. What the hell do we do now? I don't know.
HQ to Alpha. You can get out on the third floor. There's a balcony on the west side of the building. Get moving. Понял. Я так понимаю, времени у нас не особо много, да? Сейчас, погоди, еще раз. Вот сюда нужно. Шевелимся, а то чую я. Ну, хотя вроде не на время. Но лучше будем поторапливаться. Alpha team, get out of there now. Preparations to bomb the building are complete. Planes have been scrambled. You don't want to be here when those birds show up. Теперь. О, летит ракета, да? А, влево сейчас, да, я понял. Сюда? Да ёптать, забегай же ты. Давай быстрее, ну, идем. Да я понял. Ты вовремя решил упасть, конечно. Это я про пол. На этом первая глава Криса закончена, что-то ранг Б дали. Хотя так красиво всех гасил. Ну что могу сказать, в целом было забавно даже. Я думал, что меня будет реально жутко бомбить на самом деле. Ну скажем, по сути я так понял для себя, что тащит боевка. То есть мне вот реально было по кайфу по всем стрелять и всех бить просто и все. А так, по сути, локации, конечно, говнище. Враги, ну, либо враги прикольные, да, вот здесь еще враги забавные достаточно вышли. Ну, в общем, ладно, что-то я тут сейчас заговорился опять. Я вот, в общем, суть я вам объяснил. А там уже рассуждения будут в финальной серии. А пока все, ребят, спасибо, что смотрели. Не забывайте тыкать большие пальцы вверх, комментировать, также подписываться на канал. На Telegram, Facebook, Twitter подписывайтесь, там новости канала. Подписывайтесь на Twitch, там проходят трансляции. На второй канал, там записи трансляции выкладываются, если вы пропустили. И подписывайтесь также на третий канал, там будут выходить ролики про игровую индустрию. Кроме того, не забывайте поддерживать канал рублем. Это помогает ему не закрыться и развиваться. Сделать это можно двумя способами. Первый — это донат через Donation Alerts. А второй — это платная подписка на сайте Boosty. Там можно получить доступ к эксклюзивным прохождениям. Роликов там более 100. Ну, в общем-то, все. Всем спасибо, всем пока.